Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, но это значит, что это новый выпуск. Разбор на укулеле. Чё-то я очень давно не разбирала никакие песни, и вот сидела и думала, что же вот мне такого снять этакогого интересного и актуального. Поэтому сегодня мы с вами будем разбирать песню группы Animal Jazz. Это, кстати, те ребята, которые пели «Джинсы порезаны лето». Мы будем разбирать не эту песню, а песню «Чувства». Поэтому бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Я бился лбом о дно небес, и в дыры я черные падал, и был родным мне темный лес, и заповедные гады, и я бродил среди огня, руки сжимая до хруста, и все, что было у меня. Вот тебе чувства, в них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины и катакомбы. Время любить, не время разбрасывать бомбы. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Данную песню мы с вами разберем в оригинальной тональности. Это значит, что нам не придется ставить какие-то каподастры или подобие их. Первый аккорд — аккорд GM. Зажимаем указательным пальчиком первую струну на первом ладу. Далее зажимаем вторую струну на третьем ладу. И третью струну на втором ладу. Аккорд GM. Следующий аккорд — аккорд DM. Зажимаем вторую струну на первом ладу. Далее четвертую и третью струну на втором ладу. Следующий аккорд — D-диез, или где-то могут его написать как E-бемоль, но знаете, это один и тот же аккорд. Нажимаем опять первую струну на первом ладу, далее вторую и третью струну на третьем ладу. Далее у нас с вами идет аккорд CM, его можно зажать тут по-разному. Вы можете убрать указательный пальчик с аккорда D-диез, оставить вот эти два и поставить на первую струну на третьем ладу мизинчик. То есть через таких три пальца, потому что это очень удобно с этой формы проставить на эту форму. Можете зажать вот так вот. То есть указательным пальчиком нажать все три струны на третьем ладу. Можно, конечно, попробовать зажать через три пальца через указательный, средний и безымянный. Но вот я, например, так вообще не играю, поэтому выбирайте из этих двух вариантов. Или вот такой, или вот такой. Но по своей структуре могу сказать, что первый вариант вот так вот будет удобнее и логичнее. И последний аккорд, аккорд фа. Зажимаем вторую струну на первом ладу и четвертую струну на втором ладу. Вот, в принципе, и все. Кстати, да, аккорд фа появится у нас только в припеве. Будьте внимательны, в куплете и в припеве порядок аккордов меняется. Друзья, у меня для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку. Хотя это не просто укулеле, это акулеле. Потому что тут типа акулка. Oh, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле. Теперь посмотрим правую руку, что мы будем играть в куплете и в припеве. Я решила сделать эту песню поинтересней, чтобы не играть один и тот же бой от начала до конца. В куплете, по крайней мере в первом, во втором тоже можно так сыграть, мы играем следующий рисунок. Я вам давайте дам несколько вариантов, и определитесь по своему уровню, как вам удобнее. Я играю четвертую, третью струну, далее 2-1 вместе. То есть прям щипаем аккуратненько, ничего не выдираем. Третью струну обратно. То есть 4, 3, 2, 1 вместе. 3. Медленнее. Угу. Это мы с вами будем играть один раз на один аккорд. Для кого эти кракозябры сложны, вы можете просто сыграть 4, 3, 2, 1. Также один раз на один аккорд. Давайте соберем, что у нас с вами получается по первому куплету. Обратите внимание, я подписала циферку 4. Циферка 4 — это означает четвертая струна. То есть сначала мы ее играем, и на только третью струну мы ступаем со словами. То есть я бился. То есть смотрите, четвертая струна в пустоту. На я начинаю играть третью струну. Я бился лбом о дно небес, в дыры я черные падал. Смотрите, как удобно, да? Бьем-бьем. Дальше. И был родным мне темный лес, и заповедные гады, и я бродил.
сидела среди огня, руки сжимая до хруста, и все, что было у меня. И вот на последний аккорд. Как бы такой некий переход к припеву, можете сыграть удар вниз. То есть вы играли «И все, что было у меня, удар мягкий». Да, если у вас возникнет какое-то там непонятное дребезжание, кваканье, вот, может быть, вы услышали, это нормально, это ничего страшного, просто я сижу в очень неудобном положении, чтобы вам это красиво все заснять. Поэтому сядьте комфортней, держите инструмент таким образом, чтобы вам было удобно, без каких-то мех-мех-мех. А еще, если вы до этого никогда не играли щипком, то тоже могут быть такие призраки. Да, значит, вы что-то там недозажали, поэтому отдельно рекомендую правую руку отработать, потом с аккордами и только потом со словами. Но если вы супер начинающий, для вас этого сложно, вы можете посмотреть видосик про переборы, я там все объясняю, рассказываю, как вообще, в принципе, играть такую технику. Но если для вас это сложно, вы можете играть или большим пальчиком, или указательным пальчиком, мягкий удар вниз. То есть это будет так звучать. Я бился лбом, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, вы понимаете. Разбор на укулеле. Так у вас будет выглядеть первый куплет и второй куплет. Дальше рассмотрим припевчик. В припеве порядок аккордов меняется. Обратите внимание, добавляется аккорд фа. Но мы уже тут сделаем игру боем. Бой можете абсолютно любой брать. Пятерка, шестерка, четверка, тройка. Что умеете играть, то играйте. Я возьму на примере пятерки. Моя любимая вот... Рыбка с рисом, моя любимая. Мой любимый бой. Играем следующий рисунок. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. Обратите внимание, первый удар, он звучит как бы длиннее, а остальные удары вниз, вверх, вниз, вверх, они как бы коротенькие. Лучше это, конечно, посчитать через счет, типа раз и два и три и. То есть первую и я ставлю паузу. Еще раз медленнее. Раз и два и три и. Играть мы это все будем также один раз на один аккорд. Давайте сразу со словами покажу в чуть-чуть медленном темпе. Вот тебе чувства, в них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины. Можете на последний аккорд фа доиграть этот бой, можете сыграть просто там ля-ля-ля-ля бомбы. Вот, даже мне кажется, это будет логичнее звучать, потому что дальше второй куплет опять возвращается через вот это вот. Или через 4-3-2-1, то есть смотря кто что выбрал. В принципе, второй куплет и припев такой же абсолютно, поэтому я думаю, можно собрать сразу от начала до конца, как это будет все, собственно, звучать. Я бился лбом, но небес, и в дыры я черные падал, и был родным мне темный лес, и заповедные гады, и я бродил среди огня, руки сжимая до хруста, и все, что было у меня. Вот тебе чувства, в них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины и катакомбы. Бомбы. И я лежал у океана, звезды мне били под их. Я помнил все века и страны, вечно сжимая в один миг. И были все смертельные раны, их я разменивал на стих. Он о тебе был, как ни странно. Вот тебе чувства, в них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины и катакомбы. Время любить, не время разбрасывать бомбы.
Если тебе понравился данный разбор, поддержи его лайком. Также можешь написать в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Ну а также не забудьте заглянуть в плейлисты канала, потому что там очень много есть что поиграть, посмотреть, пообучаться музыкальной теории, например. Ну и в конце хочу поблагодарить всех ребят, которые поддержат меня на Boosty. Вот они. Взамен они получают клёвые ништяки, весь раздаточный материал и мое признание. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! А что у нас сегодня по этим? Я не понимаю. Где фокус? Опа, хохлай-махлай.